тут вообще нельзя жить. Да ладно тебе. Тут линии передач. Не вредничай. У меня уже появилась опухоль. От электричества рака не бывает. Мама, тут есть кухня. Надо же, как здорово. Я посмотрю спальню. Не носись так. Хозяин дома готов сбросить цену. Показать фокус? Какой фокус? Мама, нам тут нравится. Вроде бы жизнь налаживается. Я думаю, будет гроза. И что теперь будешь плакать? А ты можешь оттуда выйти? С кем ты разговариваешь? Мэдди! Мэдисон! Мы не знаем, что делать. Вы пришли туда, куда нужно. Такое ощущение, что это необычное привидение. Ничего подобного мне еще не встречалось. Это новый, очень мощный полтергейст. Мэдди? Вернись к нам, прошу тебя, милая. Привет, мама. Отбросьте страхи. Им известно, чего вы боитесь. Мама.